Никакого Бога нет. Но Коперник сказал, все-таки она круглая. Понимаете, да? То есть материя может принудить нас оставить духовную практику на какое-то время. Мы можем попасть в иллюзию. Нет ничего страшного. Мы уже жили миллионы жизней. Не надо бояться умирать. Но страшно жить в невежестве. Страшно, обладая знанием, так и не реализовать его. Вот это плохо. Потенциал. У каждого из нас, как у феномена, существует потенциал. Если телефоном мобильным я буду работать как молотком, то он станет молотком. Я буду забивать гвозди своим мобильным телефоном. Но потенциал мобильного телефона совершенно другой. Он в высшей степени высок. Также и души. Потенциал души, бессмертие, сознание и любовь. И если мы сделали из души некое временное материальное существо, которое просто хочет насладиться материей, и не реализовали свой духовный потенциал, то это величайшая ошибка. Это величайшая беда. К сожалению, мы находимся, как я уже говорил, в обществе и в эпохе, которая дает нам полное отсутствие о нашем полном представлении. Мы, например, многие из нас имеют высшее образование, но никому не говорили о том, что ты бессмертная душа, что существует мир гармонии и так далее и тому подобное. То есть мы обладаем высшим образованием, но каким высшим образованием? Мы даже не знаем, кто мы и что мы. И от того, что много людей пребывает в неведении, это не решает проблему. От того, что много людей не знают Кришну здесь, это не значит, что Кришна не Бог. Понятно. Да, в Индии все знают, что Кришна Бог. Ну и что толку? А на высших планетах вообще только веды существуют. На высшей планете только по ведическим канонам знания живут. Это на Земле, так сказать, в Кали-Югу существуют там веды и неведы. Ну, то есть, скажем так, извращенные формы вед, искаженные формы вед. Если уже говорить о Библии, та же самая веда, только пересказанная там пастухам на горе. Ну, то есть, веда, но выданная для определенной целевой аудитории. Потому что если бы я сидел здесь с людьми из детского сада, или, например, там, с какими-то индейцами, я был бы вынужден говорить на уровне. Я бы не употреблял объектив, компьютер, ну, то есть сознание. Я бы не говорил Гегель, Эпикюр, я бы говорил там на совершенно другом уровне, более примитивном. Если говорить о планетах как таковых, то Кришна говорит «Сарва Лока Махешварам» – «Я повелитель всех лок». Для нас слово «планета» имеет некое физическое значение. Нам очень трудно понять метафизическое устройство Вселенной. Но лока обозначает не только планета, а план бытия. Например, в этом городе есть разные планы бытия. На одном плане бытия тусуются политики, на другом – ученые, на третьем – музыканты. На четвертом простой народ. Можно жить в Риге, но находиться на разных планах, в разных кругах общения, в разном менталитете, в разных интересах. Понятно, да? Поэтому, когда мы говорим о Локе, о планетах, потому что сказано, Луна одна из высших планет. Ну, космонавты туда могут прилететь и не увидеть там ничего. Солнце – это высшая планета. Но на Солнце, все обитатели Солнца, их тела состоят из чего? Из этой энергии. Как мы, подобно огурцам, состоим из воды на нашей планете, где преобладает вода, так и на других планетах существует некая форма жизни, которая адаптирована в соответствии различного плана бытия. И эти формы тонкие. Не забудьте, чем выше план бытия, тем тоньше материя. Эфир и мысль тоже материальны. Понятно, да? Поэтому, прилетев на Луну, мы не увидим ничего, потому что Луна состоит из очень тонкой субстанции, фактически интеллекта. Мы увидим только некое физическое тело, но мы не сможем увидеть интеллектуальную жизнь, которая существует там.
интеллектуальные дома, города. Поэтому, естественно, обитатели высших планет, представляешь, когда я из интеллекта состою, что мне стоит подумать сейчас оказаться в Африке? То есть такая жизнь в онлайне. То есть на более тонких планах бытия, как мы сейчас пользуемся, там, зашел на сайт, послал электронную почту и так далее, это понятно, да. Есть даже идеи современных ученых о декодерах, да, есть известный там фильм про муху, как там один ученый сделал декодер, который раскодировал его на атомах, и потом кодировал его вновь, и там случайно с ним муха попала, и он там стал полумухой. Ну, это 60-е годы в Америке такой фильм был известен. Но очевидно, да, что существуют более тонкие формы жизни. Можно сказать только так. Существуют высшие планы бытия, низшие планы бытия. Их можно разделить по наличию эксплуатации. Адские планеты не всегда черти с вилами. Там, где материя дошла своей эпогеи. Ну, как, например, Япония, да, где все роботизировано, но японцы это извращенцы. Понятно, да? То есть по всей их ситуации, в их словаре нет слова «Бог». Понятно? То есть они полностью находятся на материальном развитии, эти низшие планы бытия, но божественная философия, достижение любви, об этом никто не говорит там. Есть планеты, на которых в этих формах жизни страдают живые существа. Есть высшие планы бытия, которые в соответствии с ведической концепцией принимают тонкие формы эксплуатации. Понятно, да? То есть тонкая форма эксплуатации. Высокосознающее общество, высокоморальное, высокодуховное, но тем не менее материальное. Поэтому наша планета Земля считается одной из самых высших планет с точки зрения самореализации. Потому что здесь есть тиртхи, сюда приходил сам Господь Кришна, сюда приходили аватары, такие как Будда, Вишну, Парашурам, Нрсимха, Вамана и так далее. Здесь являлись аватары. Сюда стекаются все трансценденталисты. Это место самореализации. Здесь есть Вриндаван, здесь есть Навадвип, здесь есть особые священные места, которые всегда явлены. Даже несмотря на эпоху атеизма, если вы приедете в Индию, вы будете в шоке. Потому что там духовная культура. И здесь существует дхарма в чистой форме всегда. Она может иногда поддерживаться на всю планету, иногда это может быть 2-3 человека, но здесь это существует. Поэтому поздравляю, вы родились на очень хорошей планете. Ваши шансы очень велики. Потому что если считать их там на один там, столько-то миллиардов, то ваши шансы очень велики. И теоретически, при желании, вы можете начать жить духовной жизнью. Мы сейчас уже живем. То есть не следует думать, что, естественно, это работа над собой, но не следует думать, что это что-то очень сложное. Вам нужно будет стоять на голове. Нет. Самоосознание. Вот процесс духовной жизни. И общаясь друг с другом, говоря об этом, слушая об этом, наше сознание постепенно очищается. Определенные реалии становятся объективными. Это не сказки. То, что я рассказываю, это не сказки, это не фантастика. Это настолько реально и очевидно, настолько пронизано здравым смыслом, что отказаться от этого может только безумец. Только безумец может зарыть голову, как страус, в песок и сказать, я единственная планета, которая населена. И я живу только ради материального наслаждения. Ты единственный и смертный, и ты произошел из теории Большого Взрыва. Вот это глупость. Больше глупости даже придумать невозможно. Представляете, да, из бесчисленного количества планет, только одна планета Земля, где какие-то живые существа выросли там из махриц, улиток и дошли до какого-то уровня, и теперь они там продвинуты там, с помощью демократии, трамбуют друг друга, эксплуатируют. И нет ничего больше, а Бога придумали... ну, эксплуататоры, которые хотели заработать на массах. Так думают материалисты. Но это очень
Я очень не завидую этим людям, на самом деле. Потому что сама мысль об этом, она уже опускает тебя на самый низший план существования. Существует наука об аватарах. Существуют разные аватары. Лила-аватары, Пуруша-аватары, Вилас-аватары. Это как ведическая наука, она безгранична. Поэтому все планы бытия, они... Кришна — это центр. Из Кришны исходит Баладева, из Баладева исходит Чатурвьюха, из Чатурвьюхи исходят остальные аватары. И таким образом Вайкунта, духовный мир, безграничен. Поэтому в Бхагавиши Пуране упоминается про Христа, да и в Библии упоминается, что волхвы пришли с Востока. Откуда они пришли? Из Индии. Восток для них был Индией. Безусловно, о приходе Христа знали ведические писания, как о великом учителе, о определенном, то есть существуют, а также аватары, как, например, Шактиавеш аватары. Шрила Прабхупада был тоже Шактиавеш аватаром, который принес ведическое знание западному миру. То есть иногда приходит сам Бог, Кришна говорит в Бхагавадгите, паритраная садунам, винашая чадушки там, дхарма арта сапастаям самбаванти юге-юге. Я прихожу, чтобы уничтожить грешников и освободить праведников. Но иногда эти функции делегируются определенным душам. Следует понять, что в духовном мире каждая душа гиперсовершенна. И каждая душа фактически равна, ну, скажем, Богу во многих своих качествах. Поэтому иногда Бог, он берет какую-то там душу одну и посылает в эту планету в качестве вселенского учителя или автора какой-то духовной традиции. И это называется Шактиавеш-аватар. То есть, когда освобожденная душа из мира Бога приходит, и она несет послание. И, естественно, когда мы говорим по словам Христа, Христос говорит, что я был послан Отцом, и так, ну, то есть, очевидно, что он Шактиавеш-аватар. То есть, он... уполномоченный, скажем, не отличный от президента посол. Вот. Но если мы говорим о самом христианстве, о том, как христианство понимает Христа, я думаю, что существует глобальная проблема в христианской философии. Ни в коем случае не критикую христианское богословие, но все-таки мы помним о том, что христиане сложили свое мировоззрение после ухода Христа на греках. Греки были атеистами. Трудно строить религиозную доктрину на атеистах. Хотя, опять же, греческая философия, вы знаете, что с Александром Великим путешествовал, по-моему, Аристотель в Индию, и, безусловно, греки очень многое взяли из индийской философии. В то время была известна философия Шанкарачарьи, а философия сознания, духа, и, безусловно, греческая философия находилась под влиянием индийской доктрины Адвейты Веданты. Но, говорить более конкретно, те идеи, которые Христос принес в христианстве, это философия бхакти, любви к Богу. Это называется философия Бхагаваты. Западный мир не был знаком с этой философией. Поэтому христианская доктрина, безусловно, развивалась через опыт, через откровения подвижников. И мы видим, что многим святым подвижникам было дано определенное откровение. То есть люди пишут о любви к Богу, о богосупружестве, но... скажем так, в христианстве отсутствует полное ведическое представление. Это нельзя назвать полной ведической доктриной, частичной. Полная ведическая доктрина присутствует в Бхагавадгите и в Бхагаватам. Но, безусловно, если мы говорим о том, кто может принять веды, мы понимаем, что веды могут принять в первую очередь цивилизованные люди. Мы понимаем, что первая задача христианства – это сделать общество, вы помните кого, да, куда пришел Христос, кому пришел проповедовать. Сделать общество цивилизованным. Поэтому очевидно, что благодаря христианству западная цивилизация получила некие морально-этические принципы. Понимаете, да? То есть, если бы не христианство, мы бы не смогли развиться ни духовно, ни материально. Посмотрите на архитектуру, музыку, культуру, театр. Все это родилось благодаря христианству. Поэтому современное общество, которое основано на демократической, моральной, этической структуре ценностей родилась на основе христианства. И в этом обществе вполне можно преподавать веды.
Поэтому мы не можем недооценить прихода Христа. И, вероятно, это был план Бога, в этом нет сомнений. И то, что мы сейчас с вами говорим о Кришне, о Ведах, это в этом большая заслуга, наверное, также и Христа. И сам Христос говорит о прославлении Отца Моего. Вероятно, Он говорил о Кришне. Почему Христос не говорит о Кришне? Во-первых, мы не знаем до конца, что Он говорил и кому Он говорил. Он только сказал: многое мне, что есть вам сказать, но вы не вместите. Это мы знаем. Но мы не исключаем возможности, что Христос обладал знанием о Кришне, потому что по ряду версий, опять же, я говорю только о версиях, по ряду версий мы знаем, что Христос был в Индии, что Он обучался духовным наукам, Он исчезает из Библии, возвращается уже мудрецом, как бы, и там говорят, что есть могила Христа. Существует много разных идей, да, мы до конца не знаем, поэтому с точки зрения богословия мы не можем утверждать, что это было именно так. Но тем не менее, с точки зрения здравого смысла, мы понимаем, что христианство сыграло глобальную роль в становлении современного человечества. И мы понимаем, что христианство в чистой форме не отрицает веды. Ведь Христос не отрицает веды, понимаете? Да? Христос, так же как Коран. Коран не говорит о личностном Боге. Но если вы очень глубоко зайдете в теорию ислама, то вы увидите, что там сказано, что существует кода. Кода – это Бог. И существует рух. Рух – это душа. И между кодой и рух существует ицх – это любовь. И сказано, что когда ты достигнешь уровня чистоты, ты сможешь увидеть лицо коды, лицо Бога. Понятно, да? Хотя в исламе запрещено изображать Бога, запрещено говорить о нем как о личности, но тем не менее сам Коран говорит, что на высшем уровне ты увидишь лик Божий, и в тебе родится любовь к нему. Поэтому, что такое веды? Что такое религия? Религия – это откровение. Так же, как что такое наука? Это откровение ученых. 100 физиков – один Эйнштейн, один Ландау, один Капица. 1000 музыкантов – один Шуберт, один Моцарт. Священное Писание – это откровение. Господь являет себя через определенные души в разной степени. Понятно, да, разные святые по-разному реализовали, по-разному объясняют, по-разному преподают, по-разному, так сказать, являют истину. У этих святых появляются ученики, у их учеников появляются еще ученики, у их учеников появляются еще ученики. В результате что? Испорченный телефон. Почему? Знание, постоянно передаваясь, утрачивается. Поэтому Кришна говорит: сам Бхаванти Юге Юге. Я прихожу каждую югу. Поэтому необходимо гуру парампара, метод передачи знания или институт. Понятно, да? Институт, где знание без искажения передается. Кто уже закончил институт, с двойкой или с тройкой, это не важно. Но институт учителей существует. В нашей традиции наша ученическая преемственность, мы знаем своих учителей за последние несколько миллиардов лет. То есть в нашей вот линии мы знаем своих учителей за последние миллиард лет. И однозначно знаем все имена своих учителей за последние несколько тысяч лет. И знаем, что каждый учитель, как, скажем, великий ученый, вложил в нашу преемственность. Поэтому гуру парампара – это важный принцип. Сказано, что посвящение можно получить только в авторитетной гуру парампаре. Иными словами, если вы хотите учиться в университете, вы должны найти университет авторитетный. Не какую-то шарашкину контору с вывеской «университет», а именно университет. Мало того, что если вас приняли в университет, это не значит, что вы стали великим ученым. Вы должны пройти обучение. И если вы там понравитесь, вам могут предложить остаться преподавать. То есть, по сути дела, вы можете преподавать какие-то дисциплины. Поэтому система преемственности очень важна. И то, что делает наш учитель Шрила Говинда Махарадж, он приехал в Россию, мы привезли его там 10 лет тому назад. Он создал преемственность, у нас есть центры, храмы в Петербурге, в Москве,
Мы практикуем, изучаем священные писания, переводим их, рассказываем об этом другим, постоянно ездим в Индию, привозим разных учителей, проводим семинары. Потому что все то, что вы слышали сейчас, это начальный уровень. На самом деле, уровни реализации, они безграничны. На каждом уровне существует свой бесконечный поток. Но главная суть нашего движения – это не изучение знаний. Как говорится, вера без дел мертва. Наша задача – это нести в первую очередь духовные ценности. Мы занимаемся также социальными проектами. Но социальными проектами занимается весь мир. Наша задача – принести знания о Кришне. Принести то знание, которое необходимо для каждой души. То знание, благодаря которому будут вылечены все болезни. Существует только одна болезнь. Ни рак не страшен, ни СПИД не страшен. Существует страшная болезнь, это болезнь души. Как болезнь заразилась материей? Как бессмертная вдруг стала под влиянием смертного? Как вечное и прекрасное вдруг стало пленником низменного и несовершенного? Вот эта болезнь души, она лечится воспеванием имен Кришны, Санкиртаны. Если вы хотите, можем попробовать. Это небольшой, очень простой процесс. Санкиртану обозначает Хари Кришна Махамантра, это имена Кришны. Мы воспеваем их вместе, воспеваем их по отдельности, на четках. У нас есть разные формы медитации. Но, тем не менее, для Кали-юги самое эффективное, сказано, когда люди собираются, вместе поют, вместе прославляют Бога. Они получают результат групповой, то есть он становится сильнее в 1000 раз. Вот мы поем киртан, не знаю, может быть, девушки группы поддержки, подтанцовки, это шутка, конечно. Я просто попою Хари Кришна Махамантру вместе с вами 5-10 минут, потом, так сказать, мы продолжим, может быть, наше общение. Все очень просто. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвейта Гададхара Шива Сади Гора Бхакта Вринда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвейта Гададхара Шива Сади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Navi Manjeta Karthichit, Namatra Будхи Суетра, Сарва Дева Майо Гурум. Он говорит, что я – это учитель. То есть не думай, что учитель – это человек.
Это как, не думай, что физика – это физика. Да? Физика действует через физика. Кришна говорит, я в сердце каждого живого существа, я в сердце учителя. Поэтому я, в соответствии, пользуясь этим учителем, даю знания каждому живому существу. Ну, естественно, учитель должен быть человеком с чистым сердцем. Потому что голос Бога и собственный голос собственного ума можно смешивать, и там такая солянка будет. Да, поэтому Кришна говорит, ачари мам виджани ям. Он говорит, что я прихожу как ачарья. Да, и Писание говорят, тасмат гурум прападита джигьясах шея утама шабды пара чаништанам тасмаюпа самашаям. Гуру должен быть реализован в шабде, в звуке. То есть его медитация должна быть чистая, чистый звук. Он должен быть реализован в священных писаниях. Иначе он не сможет быть гуру. То есть он должен знать священные писания, он должен сам это практиковать. Да, если он это практикует, если он этим живет, он может давать это другим. Если он просто одел какую-то одежду и, так сказать, сам не следует этим идеям, этой традиции, а в какой-то степени является Гиппократом, то есть ну, не следует этому до конца, он не может быть настоящим гуру. Поэтому Писание предупреждает, что очень много лже-гуру. Так же, как много китайской подделки, так же, как много всего на рынке неподлинного. Почему неподлинное? Потому что спрос рождает предложение. Спрос к дешевому духовному знанию рождает предложение, так сказать, принятия несовершенного учителя в качестве совершенного. И это первое. Поэтому душа сама не в состоянии выбрать себе ни путь, ни учителя. Совет, который дает Священное Писание, это молиться Богу. Только Господь может послать совершенного духовного учителя. Если видит, наги кальяна кришка счит турга тиан тата гашчати, если ты искренний, иллюзия тебя не обманет. То есть искренность – это качество, когда к нам может прийти совершенный духовный учитель. Если мы мотивированы неискренне, то мы получим гуру жулика. И действительно, что там, многие, для многих религия там, бандиты убили кого-то, отнесли там денег священников, замолили за нас грехи. Да, то есть некая, так сказать, консолидация с миром корысти, где ты мне, а я тебе. Это не может быть подлинным духовным знанием. Поэтому через искренность, через нашу искреннюю мольбу, Кришна может послать нам духовного учителя. Но где гарантия, что наше эго, наша гордыня, понимаете, да, мы все знаем, уже 5 книжек прочитали, там или мы такие умные, где задача, что мы не выйдем за пределы своей гордыни. Тут очень важно иметь еще подлинное умонастроение. Поэтому Бхагавад-гите Кришна задает Арджуне вопрос. Он говорит, а что такое гуру? Как с ним связать свои отношения? И Кришна говорит, он говорит следующую шлоку, очень важную. Шлока говорит о том, что... Сейчас я вспомню. Тадвидхи пранипаттина припрашнена севая уприкшантите гьянам гьянинастатва даршинам. Он говорит, тадвидхи пранипаттина, ты должен стоять на уровне пранипата, что на санскрите обозначает вопрошение, смирение. В смирении, парипрашнена, севая, задавать вопросы и служить. То есть дух эксплуатации не привлекает истину. Истину привлекает дух служения. Только через служение истина приходит к нам. Да? То есть, поэтому надежда получить что-то от Бога, там, поиметь с Него что-то, не может привести подлинного духовного результата. Через служение. Парипрашна, севая. Упарикшантите гьянам, гьянинас, татва даршинам. Он говорит, что через тех, кто постиг истину, ты получишь общение с ними, и тогда истина в форме общения откроется тебе. Так сказано в Бхагавад-гите. То есть
слушать в смиренном настроении, задавать вопросы, стремиться этому служить, посвятить себя, и тогда, в соответствии с нашими качествами, истина будет нам себя открывать. Вот такой совет. То есть, а какую же религию человеку заняться, это уже в соответствии его веры. Тут еще такой важный момент, это вера. Вера одна, а стадии разные. Понимаете, да, кого-то палкой сюда не загонишь. Но он с удовольствием придет в какое-нибудь религиозное заведение и будет, может, слушать проповедь гораздо более низшего плана. Ну, что надо быть хорошим, что надо там любить Бога, любить твою собаку, любить твоего соседа. И... То есть, ну, это более низшего уровня проповедь. Но его вера, она позволяет это приделать, он будет этому следовать. Его нельзя за это винить. В этом нет ничего плохого. Вера человека приводит его к той религиозной доктрине. Поэтому, как еще Иисус сказал, по вере вам будет дано. Да? То есть развивайте веру. Для кого-то там простая проповедь, он удовлетворен полностью. Он верит в Бога. Он думает, что там кормить бомжей – это служение Богу. Это его уровень развития. Его нельзя ругать за это. Но если он будет искать, если он будет совершенствоваться, молиться Богу, Господь обязательно пошлет ему более глубокое представление о себе. Потому что Господь не ограничен, он безграничен. В соответствии с расчетами, которые дал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура в своей книге «Сурья Сиддханта» 432 тысячи лет, в соответствии с тем, что пишет Бхактисиддханта Свами Прабхупада, исходя из того, что говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати было 16 лет, он считал траектории вселенных без компьютера, может, на какое-то время ошибся, на год, на два. Это заканчивается когда? Через 432 тысячи лет, 5 тысяч лет прошло. Ничего страшного, будет частичная пролая, начнутся новые. То есть я бы как бы ждал бы не конца Кали-юги, я бы ждал как бы прогнозов на завтра, погоды. То есть мы понимаем, что эпоха Кали будет длиться, эпоха деградации будет проходить. Сказано, что с приходом Гоура-аватары, Гоуранги, Шичитани, 10 тысяч лет будет Сати-юга. В каком смысле Сати-юга? Не как прошлое Сати-юга, не то, что там люди станут высокого роста, они будут жить в гармонии с природой, их будет там всего 100 тысяч человек на всей планете. Нет, этого не произойдет. Сати-юга подразумевает то, что сейчас будет духовное развитие, дана возможность знанию, такому же, как Сати-югу. Вот то, что сейчас мы говорим, это духовное знание, оно присутствует в Сати-югу. И вот благодаря служению Чайтанья Махапрабху, мы можем соприкоснуться с этим высшим духовным знанием. А в Сати-югу жили два типа людей. Не было ни каст, ни вар, ни ашрамов. Было только два типа людей – хамсы и бхагавата-парамахамсы. Хамсы – все были развиты, а из них были бхагавата-парамахамсы, те, кто были преданы Кришне. Ну, не Кришне, а Вишну, Нарайне. Сейчас даже лучше, чем Сати-юга. Сейчас Кришна явлен. Это его время. Вот, поэтому это очень хорошее время. И мы, безусловно, удачливые души. Убежав тайком от нянек, рассказал, что многогранник, неприкрытый пуп земли. Кали-юга характеризуется изменениями и отклонениями. Причем иногда можно увидеть, например, деревья прошлых эпох. Например, в Индии баобабы, поскольку живут долго, 5 километров дерева, это дерево с прошлых эпох. Или в Калифорнии Розвуд 3, которые живут по много лет. Это, ну, некие остатки на этой вселенной, но где-то местами что-то осталось там, с прошлых эпох. И в Кали-югу существует много разных отклонений, сейсмических, психологических.
Шиладхар Махарадж описал то, как рождаются циклоны, эпидемии, когда люди начинают врать политики по телевизору, обманывать их карма, обмана. Представляете, через телевидение она в миллиард раз увеличивается, ее воздействие. В результате этого рождаются циклоны, рождаются эпидемии. То есть из-за негативных реакций, которые несут правящие, ну не только вообще люди этого мира, но в том числе правящие, которым доступны средства массовой информации. Поэтому мы видим, что там то на Америку какие-нибудь ураганы обрушиваются, то там на Азию. То есть в результате деградации духовного потенциала человечества, человечество не в состоянии уже как бы гармонично сосуществовать с природой. Потому что мы знаем, что в прежней эпохе, в прежней юге великие цари, мудрецы и святые устраивали различные обряды, яги, ашваметха яги, то есть приглашали мудрецов, йогов даже с других планет, чтобы, так сказать, в результате их обрядов было благо всей Земли и так далее. Но в Кали-Югу все это утрачено. То есть вот сейчас это бесполезно. Там, книги есть, пожалуйста, есть Вималика Шастра, как строить космические корабли, есть книги, как, пожалуйста, все доступны. Книга, как там совершать обряды, там, чтобы привести все в гармонию, но уже бесполезно. Поэтому санкиртана, воспевание имен Бога, является самой совершенной формой. И если санкиртана, а мы знаем, что в Кали-Югу она распространяется, только начало, на все 40 лет, как началось это распространяться в западный мир. То есть мы стоим просто у первоистоков. Там через пару сот лет это будет, ну, там, я думаю, в течение тысячи лет это все очень плотно распространится, и будет вот та эпоха, когда, ну, уже в той же Индии, пожалуйста, ты там слышишь по радио воспевание имен Бога, ну, к примеру, да, то есть уже это знание на разных уровнях, оно становится доступно даже в Индии. В Индии не было этого знания столь доступно для людей. Это было ограничено кастами, там, варнами, посвящениями, сейчас это доступно. Вот, поэтому современное человечество, оно все потихоньку идет по системе там, вегетарианства, здоровое питание, йога, посмотрите, все звезды этим занимаются. То есть, ну, как бы все равно каким-то образом это все проникает в сознание западного человека. Сначала там, может быть, на бытовом уровне, но, понимаете, когда духовный поток и тени, они идут вместе. Поэтому, но тем не менее, это все, так сказать, даже у вас есть в Риге кафе там вегетарианское, я слышал. Там, куда все ходили, там ели. Ну, вот, то есть в какой-то форме каждый с этим имеет соприкосновение. Так что будут всякие катаклизмы, но человечество не исчезнет. Человечество будет продолжать жить. Будут очень многие явлены технические достижения потрясающие в ближайшее время. Я думаю, что биология будет очень сильно развиваться. Пожалуйста, вот интернет, способность общения, духовного общения, глобализация информационного пространства. Понимаете, вот это знание, его сейчас уже не спрячешь. Как бы ты ни пожелал, уже все. Это уже аут. Кришна говорит, я стою в основе всего. Любое жертвоприношение, любая молитва, это в конечном итоге молитва мне. Даже если ты молишься камешком и природе, не забудь, кто стоит за пределами природы. Просто, когда ты поглощен поклонением моей внешней материи, иллюзии, майи, то есть отделенной природе, то есть ты поклоняешься не мне, а продукту. Ну как, мы же не имеем дела там режиссером, или он делал с его продуктом, с фильмом. Также этот мир – это продукт деятельности Господа. И часто мы, когда видим, насколько гениальны камни, насколько гениальное солнце, насколько гениальны деревья, начинаем этому поклоняться, как индейцы, так называемые язычники. Да? То есть они поклоняются тому, что видят. Но если мы еще глубже увидим, то мы увидим за этим Господа. И поймем, что это всего лишь доказательство его гениальности, и будем поклоняться не его камням, не его деревьям, а ему самому, как Творцу. Но если мы еще глубже увидим
идею Бога, да, что на самом деле Творец – это его ограниченная функция. У него нет абсолютно никаких проблем творить. Он креативщик. Он творит вот так вот, через свои разные формы. Тогда, в конечном итоге, мы увидим разные формы Бога, и в конечном итоге мы придем к его красоте. И это Кришна. Он прекрасен. То есть, представляете, какая новость? Творец прекрасен, Кришна не наказывает, а прощает. Наказывают другие аспекты Бога, Кришна только прощает. Как вы придете, президент, он же вас сам расстреливать не будет, он только вас может помиловать. Поэтому Кришна всепрощающий, всепривлекающий, абсолют. И Кришна управляет же не дубинкой, а любовью. Понятно, то есть Бог управляет красотой. Все управляют силой, славой, богатством, а Бог управляет игрой на флейте. Он играет на флейте, на дудочке. Ты очаровываешься им. И любовь – это самое лучшее средство. Любовь, доверие, вера. Не нужно ничего прятать, никакие атомные кнопки. Кришна равен. Он в духовном мире, кто рядом с Кришной, они не знают, что он Бог. Их это не волнует. Представляете, насколько прекрасно? Бог свою боговость вообще удаляет. И ты с ним. Ты даже не будешь знать, что ты имеешь дело с Богом. Потому что идея того, что ты имеешь дело с Богом, опустит тебя на Вайкунху, на более низкий план духовного бытия. Почему? Потому что, когда ты относишься к президенту как к повелителю, как к работодателю, ты становишься работником Белого дома. Жена не относится к президенту как к работодателю. Жена относится к президенту как к мужу. Мама говорит президенту: слушай, мне не нравится, какой ты галстук одел сегодня. И он говорит: мама, прости. А внук приходит к президенту и говорит: дедушка, давай кататься, ты будешь лошадкой. Он относится к президенту как к лошади. Но я же не богоравная. Что? Я же не богоравная. Любовь заставит. Любовь заставит. Любовь – уникальная вещь, она делает все. Вы не просто богоравная будете, вы можете… Мать Ишода, она заставляет Кришну пить молоко, а то он не вырастет. Она больше, чем. Бог подчиняется, потому что любовь. Кто-то хочет его, о нем заботиться, и он подчиняет, любовь делает из него. Это любовь, понимаете? Не сила, не знание, любовь. Это уникальное качество. Поэтому, придя к Кришне, обретя любовь к Кришне, Кришна будет подчиняться вам. В этом есть основная тайна бхакти. Что ты приходишь туда, где Бог становится твоим рабом, а ты становишься его рабом. И боговость удаляется на более низший план. Вот. Поэтому Кришна говорит: Бхагавадгите, сарвадхарма паити аджам, мама камша анам бражам, оставь все виды религии, приди ко мне. Бог не хочет, Богу не нужна религия. Религия – это методология возвышения души. Богу на это абсолютно наплевать, ему нужны искренние отношения. И он хочет дружбы. Иногда, когда он играет, он хочет проиграть. Бог не был бы счастлив, если бы он все время выигрывал. Типа умный шахматист. Нет, поэтому друзья говорят Кришне: Кришна, ты глупее, чем мы более лучше тебя играем в шахматы, мы лучше тебя играем в футбол. И Кришна счастлив. Это как папа приходит с работы, у него маленький ребенок, и ребенок говорит: папа, давай сражаться. Что папа будет выигрывать что-то. Я выиграл. Ты ни разу меня не... Нет, папа подчинится, он проиграет. Испытает в миллион раз больше счастья проиграть, чем выиграть. Иногда может выиграть, чтобы задор был. Иногда в большей степени он будет испытывать счастье, проигрывая. Также и Кришна. Та душа, которая обрела чистую любовь к Кришне, Кришна ей проигрывает. И он счастлив. И Кришна говорит... Читаем Чайтамати, что я счастлив. Он говорит, когда мудрецы читают мне молитвы, ну, типа нормально, оно же для них. Им хорошо прославлять меня, потому что они понимают, кто я. Но когда мои возлюбленные ругают меня, вот тогда я испытываю настоящее счастье. Представляете, где еще такой Бог может сделать? Поэтому, когда мы говорим о ведах, настолько прекрасная концепция, настолько совершенная, настолько идеально. Как вообще можно такого Бога не принять? Надо быть безумцем, сумасшедшим.
чтобы не принять идею, что Бог может быть таким, и это возможно для тебя. То есть это открыто. Поэтому в Ведах сказано, что откроется такое в Кали-Югу, что люди будут в шоке. Что в другие юги тяжело открывалось только мудрецам, в Кали-Югу это будет доступно каждому. В любом книжном магазине взял, открыл, прочитал. В любом интернете залез и узнал об этом. Другое дело, когда ты уже хочешь сделать с этим свою связь, осуществить